Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре снова SSD компании SmartBuy, и это PCIe 4.0 новинка Stream P16 объемом 1 терабайт. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене, ссылочку на него оставлю под этим видео. Недавно на обзоре вы увидели Stream P12, тоже новинка от SmartBuy, но там был PCIe 3.0 SSD накопитель на безбуферной начинке Maxeon MAP 12.02, и там SSD показал себя очень достойно для безбуферника, пусть и PCIe 3.0, но при этом он также был еще и холодным. Сегодня проверим версию P16, это у нас PCIe 4.0 SSD накопитель, тоже, судя по цене, это у нас безбуферный SSD. Ну и, конечно, очень интересно, что нам покажет данный SSD на тестах и, конечно же, как сильно он сможет разогреться. Что касается заявленных скоростей, здесь до 5000 на чтение, до 4500 на запись. Это у нас для версии объем 1 терабайт. Всего существует P16 две версии 512 гигабайт и 1 терабайт. У нашего SSD самые высокие скорости, соответственно, проверим, а так ли это на самом деле. Что касается ресурса, здесь у нас заявлено 600 терабайт. Средний показатель в классе, ничего необычного. На тех же самых топовых Samsung'ах заявлен такой ресурс. Гарантия здесь 3 года, но гарантия нормальная, местная, без каких-либо проблем. Так что давайте устанавливать данное SSD и переходить к тестам. SSD накопитель SmartBuy Stream P16 объем 1 терабайт установлен. Переходим в управление дисками для инициализации. Далее нам необходимо наш SSD отформатировать. Как всегда, файловая система NTFS. Ждем завершения форматирования. Чистый объем у нас с вами 953,85 гигабайт. Ну и традиционная операционная система округляет до 953. Закрываем все окна. Crystal Disk Info запускаем. Смотрим. Хосты чтения записи по нолям. 0 часов работы. Всего лишь одно наше включение. Температура 41 градус под радиатором. Как вы могли увидеть, радиатор немножечко торчит из-под прокладки. А значит, теплоотвод будет не 100%. Но посмотрим, что будет у нас дальше. Для этого запустим CPU-ID хардовый монитор, где мы температуру максимальную и будем отслеживать. Сворачиваем все ненужное нам. Так как контроллер мы с вами уже видели и знаем, что здесь у нас контроллер от Maxeon, перед тем, как запустить тестовый ID64, давайте мы утилиту от Вадима Очкина запустим на определение этого контроллера и посмотрим. Чипы YMTC 128-слойные, ну и контроллер MAP1602. Теперь давайте посмотрим, определится ли у нас начинка в утилите ID64, что маловероятно. Так, контроллер вендор у нас здесь Maxeon определяется, но каких-то подробных характеристик здесь у нас нет, так как данного SSD в базе ID64 в данный момент просто нет. Но, надеюсь, появится чуть позже. Теперь мы смотрим на количество температурных датчиков нашего SSD. Датчика у нас здесь 2, отлично, и пора переходить к тесту на линейную запись, так сказать, обкатка нашего SSD накопителя. Запускаем и ждем результат. Обязательно переходим на официальный сайт нашего производителя SmartBuy. Вот он, накопитель Stream P16 New, новинка, действительно, появился он у нас недавно. Что касается характеристик, два объема всего бывает, 512 гигабайт и 1 терабайт. Это PCIe 4.0 NVMe накопитель, скорости до 5000 на чтение, до 4500 на запись. 4500 на запись на объеме 1 терабайт, на 512 гигабайтах запись будет пониже. Ресурс у нас 600 терабайт. 3 года гарантии, официальная гарантия, которая действует в России, работает. Так что по поводу гарантии можете не переживать. Тест у нас подходит к концу, и что мы видим? Типичное поведение безбуферного SSD накопителя. У нас есть небольшой SLC кэш 15%, где у нас максимальная скорость записи. Есть какие-то непонятные скачки, потом скорость снижается и до 78% держится. А потом у нас вторая ступень снижения, где скорость снижается еще сильнее. Здесь претензий нет. Ничего необычного, ничего драматичного, ничего критичного. Осталось лишь узнать, какие скорости будут до заполнения SLC кэша, после и после второго снижения скорости.
Так что давайте снова перейдем в управление дисками для инициализации SSD после теста линейной записи в AIDA64. Снова создаем простой том NTFS, ждем завершения форматирования, выполняем оптимизацию, делаем паузу и запускаем оставшиеся синтетические тесты. Ну и начнем по традиции с утилиты Crystal Disk Mark. При заявленных 5000 на чтение, 4500 на запись у нас, грубо говоря, скорости подтверждаются. Стоит также отметить случайное 4К чтение на уровне 79 МБ в секунду. Результат тоже достойный для безбуферника PCIe 4.0. В SSD Benchmark 6813 баллов. Да, если сравнивать с топовыми PCIe 4.0 SSD накопителями с DRAM кэшем, конечно же, это, грубо говоря, практически в два раза меньше. Но для безбуферника результат нормальный. В AutoDisk Benchmark у нас великолепнейшие скорости и на чтение, и на записи, на мелкоблочке. Здесь абсолютно никаких вопросов нет. Здесь даже круче, чем у топовых SSD. Ну, по крайней мере, запись. В игровом бенчмарке 3D Mark SSD набирает 3288 баллов, что соответствует безбуферному PCIe 4.0 SSD. Ну, если мы посмотрим на PC Mark 10, быстрый тест у нас 3190 баллов. Если мы посмотрим на полный тест, то 3002 балла. Да, для безбуферника здесь тоже все в полном порядке. Но давайте свернем все наши синтетические тесты. Обязательно покажу вам операции ввода-вывода. И можем переходить к тесту на реальную скорость записи. Для этого, как обычно, копируем папочку рендер объем 100 гигабайт. И смотрим, что же нам покажет SSD по скорости. 3,6 гигабайта в секунду, 3,5. Блин, ну здесь все в полном порядке. Для безбуферника пока все очень хорошо. Но ждем снижения скорости из-за заполнения SLC кэша, который у нас произойдет на записи второй папки. И скорость у нас снижается до отметки 1,2 гигабайта в секунду после записи практически 150 гигабайт, что здесь, я считаю, тоже результат отличный для безбуферника. И смотрим, что будет дальше, как сильно скорость упадет после второй ступени снижения скорости, которую мы видели на тесте AIDA64. Вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. А вот и похоже снижение скорости после заполнения SLC кэша. Скорость у нас снижается до 530, 620, 530 и пойдет ли вверх. Держится вроде как на этой отметке. Если мы с вами сравним с тем, что было у нас на тесте линейной записи AIDA64, то в принципе, да, все совпадает. Единственное, здесь у нас пораньше скорость снизилась, но после получаем 520 мегабайт в секунду, да. Вот здесь уже, конечно, приятного мало, но все равно даже здесь у нас лучше, чем SATA, даже после заполнения SLC кэша, и все равно скорость комфортная. Так что результат, я считаю, очень даже неплохой. Что ж, дальше заполнять SSD нет никакого смысла, так что ждем завершения записи восьмой папки. И на всякий случай после такого заполнения запустим еще раз тест Crystal Disk Mark после небольшой паузы и посмотрим, будут ли какие-то изменения в производительности SSD. И если линейная скорость чтения осталась на прежнем уровне, то вот линейная запись у нас значительно снизилась до практически 1800 МБ в секунду. Также у нас есть снижение, тоже заметно, и по случайному 4К чтению, а это у нас запись всего лишь на 84%. Ну что, SSD у нас установлен без радиатора, все работает, 46 градусов у нас температура на поверхности контроллера, 43 градуса показывает встроенный датчик. Что ж, давайте разогреем наш SSD, для начала будем использовать утилиту AutoDisk Benchmark, а потом перейдем к заполнению SSD. Тест у нас подходит к концу,
встроенный датчик показывает 49 градусов, когда на поверхности у нас уже 82 градуса. Что ж, давайте продолжим нагружать наш SSD. Для этого будем копировать папочку Render, как на тесте реальной записи, и смотреть, что же у нас будет с температурой нашего контроллера. В конце записи первой папки у нас 84 градуса. И после того, как скорость у нас снизилась, контроллер начал остывать. 81 градус. Давайте посмотрим, что будет к концу. Потихонечку у нас температура на 0,2 поднялась. Продолжает подниматься. Ну, давайте на всякий случай запишем еще третью папку. Посмотрим, изменится ли у нас что-то в плане нагрева. Ну и в процессе записи третьей папки температура у нас поднялась до 82,2 градусов. Не вижу смысла дальше заполнять SSD. SSD уже разогреваться сильно и быстро не будет. Так что все вроде как узнали, все проверили. Давайте подводить итоги. Ну что, тесты сделаны, результаты получены. Для начала давайте обсудим с вами нагрев данного SSD. Это безбуферный SSD-накопитель, безбуферный контроллер, DRAM кэша здесь нет. И в целом SSD не самый быстрый, а следовательно он у нас сильно и не нагревается. Как бы я ни старался. Но для того, чтобы ваш SSD всегда работал максимально быстро и стабильно, всегда ставим контроллер. Неважно от материнской платы, либо купленный отдельно, так SSD точно прослужит дольше и всегда будет показывать свой максимум. Отдельного внимания заслуживает стикер от компании SmartBuy, которая разрешает его отклеивать в случае, если вы хотите установить сюда радиатор. Здесь так и написано, пусть и на английском языке, за это, блин, огромный респект. А вот задний стикер, здесь его трогать нельзя. Вот в случае его повреждения вы лишитесь гарантии. За лицевой стикер прямо вот огромный респект. Почему другие так не пишут бренды? Потому что лицевой стикер, он нафиг обычно никому не нужен, потому что все SSD отправляются под радиатор, как минимум от материнской платы. Что касается тестов реальной записи, безбуферный SSD SmartBuy Stream P16 показывает отличный результат. 3,5 гигабайта в секунду до заполнения SLC-кэша. SLC-кэш у нас получается примерно 150 гигабайт. Потом скорость снижается и держится на отметке 1,2 гигабайта в секунду. Блин, для безбуферника это круто. Да, если вы непрерывно будете заполнять SSD и продолжать до самого победного конца, вы увидите еще одно снижение скорости, но большинство пользователей просто-напросто это никогда не увидит. Ну и как показали тесты, при достаточно большом заполнении SSD теряет в производительности, поэтому держим достаточный объем пустым, свободным. Что касается синтетических тестов, то здесь у нас полностью подтверждаются заявленные производителем скорости. На Intel, как обычно, SSD показывает себя лучше, чем на AMD. В AES SSD Benchmark ситуация у нас аналогична. В ATO Disk Benchmark аналогично, но посмотрите, какие высокие значения SSD показывает на мелких блоках. Это прямо великолепно. Тем более на безбуфернике. В игровом бенчмарке 3D Mark SSD преодолевает отметку 3000 баллов. Супер круто. Для безбуферника очень хорошо. Ну а на тесте PC Mark 10 SSD для безбуферника тоже показывает хороший результат. В итоге перед нами недорогой PCIe 4.0 безбуферный SSD накопитель, который очень достойно показывает себя на тестах, неважно синтетика, либо тесты реальной записи. В итоге перед нами недорогой PCIe 4.0, но безбуферный SSD накопитель, который на удивление показывает очень себя хорошо. Да, сегодня наконец-то производители начали делать безбуферные накопители, которые приближаются по производительности к SSD с DRAM кэшем, но при этом стоят гораздо дешевле. Но как ни крути, чудес не бывает, и на безбуферных SSD при заполнении накопителя у нас есть снижение скорости. Данное SSD смело можно рассматривать к покупке, если вы хотите себе PCIe 4.0 SSD накопитель, но вы ограничены в бюджете и не готовы купить там топовое решение, которое стоит в 2, а порой, а то и в 3 раза дороже, чем этот накопитель. И на реальных задачах вы вряд ли сможете заметить какую-либо разницу с топовыми решениями. Но не забываем про радиатор. Он здесь нужен точно. Несмотря на то, что на тесте у нас тротлинг достигнут так и не был.
Ну а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт про SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот безбуферный PCIe 4.0 SSD накопитель, ссылочку оставил под этим видео.